Итак, всем привет, обычные Эппл-Невер. Сегодня мы играем в игру Азия Хоррор Омлет Аркет. Так, сейчас я, собственно, зайду на YouTube, смотрю качество эфира. Так, передача все идет. Так, сейчас открою наше приложение YouTube. Лем играет за Horror Game, да, все в силе. Так, доверю, есть у меня что в чатике. Наше приложение YouTube. Привет. Лем играет за Horror Game, да, все. Кинг Зебу, привет. Ты первый, а у меня правило, первых я всегда делаю. Модераторами. Наше приложение YouTube. Привет. Я тебя поздравляю. Лем играет за Horror Game, да, все. Ты модератор. Так. Собственно, мы пойдем в игру The Horror Game. Играем в ней. Но он уже идет. Так. Так, легкий. Сюда у нас идет. Да, на трансляции все идет. Пишите что-нибудь в чатике, ребят. Пишите. Так. Эти мешочки я оставляю на потом. А, ну, потому что я разговариваю только с победителями конкурса в ВК. Побеждаешь в конкурсе. И тогда с тобой я разговариваю. Все. На эту тему лучше меня не спрашивать. Не люблю. Так, сейчас мне надо собрать глазики. Так, два глазика. Два. Так, где-то в подвале. Уже скоро подлетишь к лестнице, да? Ну, мы пойдем наверх. Так. Блин, ничего нет. Скорее открывает. Так. Нет мешочка. Стендерничок. Стендерничок. Здесь кот тихо. Но тут это очень хорошо. Глазик надо брать. Так. Так, где она? Опа, надо подождать. Может, она сейчас уже будет скорость есть. Подождем, пока она летит, потом пойдем. Так, здесь сколько у нас там зрителей? Сейчас глянем. Так. Сколько у нас там зрителей? Сейчас глянем. 700? Да скажи, я не понимаю твоего сокращения. Так. Так, ну мы пойдем дальше, Вась. Ты знаешь, что началось? Все идет вроде. Wi-Fi есть, все есть. Что там у вас случилось? Так, все идет. Так, продолжаем. Я знаю, что она идет. Опа. Долетела. Молодец, башка.
Очень дымовидная кишка. Так. Ну где ж ты? Скоро улетишь? Вот не смущайте, да, то, что нельзя закрыть сундук. Почему его нельзя закрыть? Что, это настолько страшно? Да, похоже, это очень страшно. Да, что такое страшно. Че, как Марс. Кошмар. Так. Вот мешочек. Нет, нет. Почему же ты не улетаешь, башка-то? А? Улетай. Где она уже? Надо бежать, бежать, бежать. Она может потом сюда вернуться просто. Так. 8, 10, 11, 12. Так, нам очень нужен такой лазик. Все. Он, да, значит, можем будет сюда зайти. Я же говорю, что может вернуться. Что у нас там? Так, Дизли-то. Что? Пишешь? Я в эфире. Так. Ты нас подагиваешь. Трансляция. Один зритель. Это радует. Пишите в чате, пишите. Пишите в чатике. Ладно, погнали. Угу, сделать трансляцию, хорошо. Хорошо, ты немножко бесишь. Когда в священнике не будет глазик, мы обречены. Пожалуйста, будет, не будет. Сундук у нас нет.
Да, это было прикольно. Нежданчик. Да, нежданчик. Ой. Раньше бы был бак, можно по такой ходить, было прикольно. Дождем. Опа, есть. Нужно с людьми по два надо бежать. Эй, хороший добавил, чувак. Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Ты просто так. Я не хочу говорить ни с чапрости. Чувствую, в этом доме есть что-то странное. Что? Он уйдет за мной. Чувствую, это он здесь. Далеко он так поет. Короче, ребят, как я говорил, времени мало, поэтому мы прошли один раз и заканчиваем трансляцию. В следующий раз трансляция будет длиннее. Всем до новых встреч. Пока-пока.